Привет, меня зовут Юлия Иванова. Я сегодня приехала на X-Factor, чтобы показать свое самое-самое яркое. Я поняла, что у меня внутри как бы огонь, и мне его надо как-то вот... Вот он просится, и он хочет какого-то выражения вот именно во внешнем облике. Ну и прикольно так. И на люди всматриваются, что у тебя глаза, у тебя линзы или нет. Красные есть линзы. Они как бы и образ так это подчеркивают, это увеличивающие линзы, они глаза больше делают. Какая девочка-вампир. Вот. Чего бояться вообще? Берешь и идешь. Добрый вечер. Привет! Я Скрава. Рассказывай, чему пришла. Я привезла свою найкращу песню. Яку? Show Must Go On. О, Господи, Боже мій. Пойте, пожалуйста. Anymore.
сьогоднішня публіка якась заведена. Насправді, дякую. Це твій чоловік? Хто там крикнув, умнічка? Я сама приїхала. Значить, Юль, диви, є таке враження, що, звичайно, твоя техніка набагато, на 10 порядків, краще, ніж твоя енергетика. Енергетика внутрішня, а не зовнішня. Подивимося, що скажуть новачки. А, ні, давайте почнемо з стариків. Сереж. Ви зробили все дуже добре. Может быть, какая-то вот природная, что ли, холодность и женская агрессивность, еще это подчеркнуто вашим костюмом, белым с красным, да, и красными волосами, вот есть некая фатальность, да, вот роковая женщина, некая агрессия, которая меня пугает. Но в данном случае мне это не помешало, потому что я понимаю, что это уже природа человека. Я вам скажу. Да. Дякую. Ніно. У мене було таке відчуття, що ви більше любите себе музикою, ніж музику в себе. Тому я вам скажу ні. Дякую. Я хочу крові вашої, а не вашої техніки. Розумієте? Розумію. Ну, і все. Скажи коротко і прямо. Коротко і прямо. Так. Дякую дуже. Безумовно, не ідеальна співачка, але ну, краще багатьох. Я тобі кажу так. Тобі вдалося пройти далі. До зустрічі в фінальному таборі. Дякую дуже. Дякую. Три! Да! Єс! Це X-фактор, це тільки на X-факторі таке може бути.